is Tejas in Donbass with Donbass Humanitarian Aid. Мы здесь сегодня трудились в Иверском монастыре, наводили порядок, потому что сегодня субботник у нас во всей республике, в Донецке. Ну и, соответственно, здесь тоже матушка сегодня благословила и делается уборка. Вот привели немножко здесь территорию в порядок, поубирали. Вот, конечно, много всяких артефактов попадается военных, но, слава богу, безопасных. Вот. Я надеюсь, дай Бог, чтобы тут скоро уже возродилось постоянное богослужение в монастыре. Ну, конечно, для этого нужен мир. Вот этого мира хочется всем пожелать нам. Donbass Humanitarian Aid.